возвращением, великий палач. Сообщи жрецу. Нашли его в долине. Он был сильно ранен. И взгляните, что на нем надето. Кишки. Огромные кишки. Убить их. Надо убить их всех. У него остались силы. Несмотря на все его раны. Отправьте его на арену. Пусть его судят, как других. Я предлагаю принять знак примирения, могучий воин. Тебе пришлось потерять. Но ты ведь можешь вернуться. Прекрати свой бал. Ты спасешь их. Они сами спасили меня. И я уважаю их волю. Оставишь ли всю жизнь? И тогда... Thank you.
Терзай! Пожалуй, ты можешь пригодиться нам на войне, незнакомец. Эти демоны... Они повсюду. Убить их всех! Привяжите его и приведите к нам. Я хочу узнать подробнее о тех, про кого он говорит. Да, ваша милость. Имей в виду, если здесь прольется священная кровь стража, ты сразу лишишься всякой защиты.
Земля будет поглощена, что бы ни случилось! Глупец! Портал готов. Надо срочно уходить. Созидательница перегрузилась из тела. У Велики больше нет контроля над... Если бы ты не помешал Отбраковке, раса людей, которую ты так защищаешь, могла бы выжить. Теперь я воскрешу икону греха, чтобы пожрать землю и оставить от твоего мира руины. Жизнь на твоей планете никогда не возродится. Пусть это будет очередной мир, бесславно уничтоженный тобой. Эта цитадель теперь станет твоей тюрьмой. Лишившись энергии, ты больше не помешаешь нам, и мы продолжим делать то, что нужно сделать. Избавить землю теперь поможет вам спасти ее. Миссия в твердыне стражи выполнена. Демоническое вторжение на землю остановлено. Лишь клинок горнила может остановить титана. Вы должны попасть в город стражи Тарас-Набат, чтобы забрать горнила, пока еще не поздно. Без него вам не остановить титана. Открываю портал в Тарас-Набат. Говорит сеть сопротивления. Мы ведем прямое вещание из арктической безопасной зоны.